Подходите, друзья мои. На этой неделе я отдаю товары на Питера. Макоза? Что на него нашло? Это мою сестру отравили. Тем же ядом, что и меня. Мы знаем, кто торгует ядом. Уличный врач по имени Томасо. Но противоядие он не продаст. Придумай что-то другое. Быстрее. Флора слабеет. Заслуживает уважения. Приносите больных и раненых. Они его не поймают. Слишком тихо. Это отличное укромное место. Внимание, бережливые покупатели! Димасор, за светофор! Andiamo! Vai, vai! Увеличение арендоестникам предписывается по возможности возить тяжелые грузы по большим. Эцио, ты прогнал эту шпионку Джульетту, но она снова продает сведения врагу, на этот раз своему любовнику, испанскому послу. И мы знаем, что он перепродает эти секреты церковникам. Теперь Джульетта боится тебя, используя это. Заставь ее привести тебя к испанцу и убей его! Джульетта, я знаю, что ты предала нас. Нет, пожалуйста, Эцио, я все объясню. На помощь! Остановите его! Черт! Он
Я нашел его! Только попробуй, Стронс. Только попробуй. Не волнуйся, далеко не уйдет. Пора уходить. Он бежит прямо на лучника. Почему? Ладно, я не хочу знать. Не трогайте меня, я без обидцы. Не трогайте меня, клянусь, я вообще ни при чем. Не надо, у меня не было выбора. Уезжай из Рима и больше сюда не возвращайся. Обращайтесь к доктору Яну Тенигюйсу, гостящему гильдии. Эцио, я всегда была на стороне твоей сестры, но из-за своей преданности я попала в беду. Родриго поручил одному из иностранных послов добыть сведения, которые помогут ему найти тебя. У меня назначена встреча с одним из этих послов. Он потребует от меня сведения, но я ничего ему не скажу. Возможно, он попытается применить насилие. Вот почему мне нужен ты. Привет, друг! Когда ты в последний раз был у врача или сажал на себя пиявок? Эпидемия насиновала!
Семья Колонна извещает о том, что в эту субботу на полях за Сан-Лоренцо Фуори Лемура пройдет большой турнир. Победителям будут вручены ценные призы, а самый искусный и храбрый рыцарь получит 2000 золотых. Кажется, это действительно рискованно. Санта-Мария-дель-Поппола временно приостановлены. Епископ просит паломников воздержаться от посещения этой местности. Он проживет еще минут 5. Стража больше не будет закрывать глаза на ваше противозаконное поведение. Вас предупреждают. Пока в городе восстановится порядок, наказания будут чрезмерно суровыми. И он был крайне оскорблен тем, что в прошлую среду его жертва умерла слишком быстро. Мы его орудия. Их труп. Деньги! Меморы! Сейчас же иду в шлюп. Один шаг. Не пущу ей кровь. Ты не сможешь защитить всех. Не зря я доверилась тебе. Используем вода.
качестве площадки для игр, не трогать веревки для сушки белья. Многие жалуются на то, что кто-то сбросил их одежду. Эцио, у нас есть возможность показать всем, как опасно поддерживать Борджиа. Я отведу тебя к двум послам, они прибыли сюда для встречи с папой. Позволь мне выманить их, прежде чем ты нанесешь... Епископ Чиба из Фолиньо сообщил, что в его епархии произошло чудо. Заключение подагры. Он предусматривает употребление пива внутрь в больших количествах. За подробностями обращайтесь к доктору Яну Тенигюльсу. Поднимать! А эти звуки... Я не знал такого шлюха! Ганс, ты хотел знать, нет ли у меня подруг, с которыми можно повеселиться? Вот я привела подругу. Где? Где она? Жди меня здесь. За мной. Просто... Убийство! Я пошел! Следуй за мной, я хочу кое-что тебе показать. Если он не пойдет с ней, пойду я. Нет уж, предоставьте это мне. Ты что, выпил? Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Отличное средство для печени. Вот и мы. Что ты задумала, женщина? Терпение. Подожди. Аддио, Эдзи. Береги себя.
Ты не отказался бы от нашей помощи. Но что мы можем сделать? Ну что за идиот? Эцо, это Эгидио Троке. Мы уже знакомы. Я был должником у банкира, а теперь в долгу у тебя, и это меня радует. Знаешь, я уже несколько месяцев не бываю в тавернах. Возможность менять мир к лучшему действует на меня сильнее вина. Сенатор рассказал мне о том, что творится при дворе Чезаре. Мария сказала, что ты устранил иностранных послов, но этого недостаточно. Нужно сделать так, чтобы об этом не узнал Чезаре. Поэтому придворные, которые встречались с ними, тоже должны стать жертвами вооруженного нападения. И еще... Проспера Колонна попал в плен. Если освободишь его, нанесешь сильный удар Борче. Я все сделаю, друг мой. Есть именно то, что вам нужно. Сейчас поищу. Всегда рад, сеньор. Приходите еще. Робкого десятка.
Ле шаймаква мутлак, белкулун мумкин. В этих словах заключена мудрость нашей веры. Мы действуем во тьме, но служим свету. Мы ассасины. Ничто не истинно. Все дозволено. Никакой гнилой кожи, ни... Рад помочь. Что проходит? Я не доверяюсь. Невероятно. Нельзя же делать все, что заблагорассудится. Большой
есть рыцарь благородный, он будет среди нас. Сенаторам выяснили, где должна пройти встреча Борджия и иностранных послов. Послов-то убил, так что теперь нужно разобраться с их сообщниками. Мы поедем к месту встречи. Я покажу тебе дорогу, а остальное ты сделаешь сам. Заря, вот уже приготовили местечко. Ах, если бы я мог... Подходите, друзья! Сегодня у меня свежий пьян! В чем дело? В чем дело? Стой! Видишь, когда так забирается? Грация, Эцио. Я вернусь в цветущую розу. О твоем подвиге узнают все. Слухи о наших действиях дошли до папы, и он собирается отправить гонца в Романью. Если Чезаре заподозрит своих союзников, то наводнит город войсками. Забери письмо так, чтобы курьер не заметил. Принеси мне, и я изготовлю подделку. А потом Чезаре получит его. Bye-bye! Этим уже можно работать. Минутку.
незаметно подбрось письмо к отцу. Чезаре будет рад узнать, что в Риме все спокойно. Andiamo! Эцио, Чезаро взял в плен двух наемников, Проспера и Фабрицио Колонна, и перевез их в Рим, чтобы подвергнуть пыткам. Они могут причинить много вреда Борджиа и их союзникам. Скоро их поведут в другую тюрьму под охраной, но, думаю, ты легко разделаешься со стражником. Одежды и наказание за обнажение плоти. Установлено новое. Пойти пешком. Соблюдать осторожность, проходя под канализационными сооружениями, а также приносит извинения герцогине. Вы еще не на свободе. Приготовьтесь. Без меня.
Настоящая классика! И направляет мы отплатим тебе добром за добро. Продолжайте сражаться против Борджа. Так мы и сделаем. Адио, амико мио. Адио! Мы все должны содействовать его аресту. Тебе нравится смотреть на чужие страдания, Бруто? Учили неверно. Великие теории ограничены устаревшими методами и представлениями. Мы живем в эпоху прогресса. Радитесь опытному врачу. Живу вас музыка, медицина. Каждый день делаются новые открытия. Но когда мы смотрим на небо, мы не задаем вопросов. На которых можно взвесить монеты в случае необходимости. Слуги Борджа! Эй, ты что задумал? Может, я немного рассеянный, но кузнец я нервный.
В этих словах заключена мудрость нашей веры. Мы действуем во тьме, но служим свету. Мы ассасины. Ничто не истинно. Все дозволено. Andiamo! Vai! Эй, не хами! Ты свихнулся! Иди себя цивилизованно! Я отсюда! После недавнего самое лучшее для вас! Выбирайте источник! Ведь вы этого достойны! Что ты здесь делаешь? Я только что вернулся во Флоренцию. Как и прежде. Ты так же прекрасна. Но... Эцио... Я... Прошло 2 года. И я думал только о тебе. Но, Эцио... В чем дело? Я уже помолвлена. Мой отец настоял, чтобы я вышла замуж. Я уже думала, что не увижу тебя.
это Манфредо! Он убьет его! Что? Унтали, которому он должен. Он потащил его к новому мосту. Что еще за Манфредо? Мой жених! Почему? Сейчас ты умрешь. Я не виноват. Я собирался расплатиться сегодня, но деньги прислали с опозданием. Ты не уйдешь. Спасибо, мессер. Вы не знаете, как близко. Эй, эй, Ашпето, что вы делаете? Ты ее любишь. Что? Ты ее любишь? Кристину, на которой собрался жениться. Да, я люблю ее, клянусь. Убейте меня, но я ее не разлюблю. И больше ты играть не будешь. Никогда, мессер. Ты будешь ей хорошим мужем. А если нет, то я разыщу тебя и убью. Он жив. Он будет хорошим мужем. Я об этом позаботился. Что? Посмотрите на мою небольшую галерею. Уверен. Зачем так грубо? Сообщайте. Если вы не прекратите, я позову стражу. Он не робкого десятка. Очень рискованно. Как можно было так обмануть? Популярные песни о мальчике из Бреши. Коя причиняет большое неудобство ряду священников, вызывая у них непроизвольное Эцио, я надеялся увидеть тебя вечером. У меня мало времени. Скоро начнется праздник у Дожа.
Как бы то ни было, у меня новости. На карнавал прибыла Кристина Веспуччи. Вы были близки, верно? Когда-то. Наверное, не стоило говорить тебе об этом. Она с мужем. Возможно, она не будет рада тебя видеть. Нет, это чудесно. Это же карнавал. В этой маске она меня не узнает. И я знаю, как привлечь ее внимание. Спасибо, друг. Вот, теперь нужно отправиться к месту встречи. Кристина. Манфредо! Когда ты стал таким романтиком? Эцио? Какого черта ты здесь делаешь? Как ты посмел? Кристина, все в порядке. В порядке? Я не видела тебя 8 лет! Си. Я думал, ты не придешь, если я просто попрошу. Верно. Я бы не пришла. Эцио, последний раз ты поцеловал меня в переулке и исчез, а я вышла замуж. Так было правильнее всего. Он любил тебя. Какая разница? Я любила тебя. У тебя был второй шанс. Эцио, пожалуйста, забудь обо мне.